Ух, пожрать бы сейчас основательно. А вот что я еще слышал. Паркуются в лесочке на баре двое сталкеров. Первый крутой такой весь, аж из ушей лезет. На ленд-ровере, ну или типа того. Второй замухрыжистый, на драной Ниве. Ну и начинает крутой прикалываться, глядя, как тот все никак дверцу помятую захлопнуть не может. Кричит ему: мужик, что ты со своей развалюхой морочишься? Кому она нужна? Ты бы еще противоугонку поставил, комик. Я вон свою и то не закрываю. Кого тут бояться? Ну, второй молчит, а двери кое-как все-таки закрыл. Возвращается он, значит, из бара. А крутой молча стоит у своей машины, как окаменел. И только в салон смотрит. Сталкер подходит, тоже смотрит. А потом сочувственно так: да, приятель, не повезло. У меня вот тоже такое как-то случилось. Не закрыл дверей, так бюреры залезли и засрали все в усмерть. Ничего тогда. А хорошо. Пожрать бы сейчас основательно. Короче, Хохман. Встречаются двое сталкеров. Слышь, а ты про Васю, ну того, который в детстве еще хотел летчиком стать, знаешь? А че с ним? Да он вчера в трамплин попал. Опа. Сбылась, можно сказать, у человека заветная мечта. Полетел. Да 100 лет ему в обед, и вот такая борода. После такого везде хорошо будет, в любой дыре. Без музыки и радости нет. Путай. Кукушка. Хреново тут с кукушками. Спросить не у кого. Ну? Ой, хорошо. Вот что я еще слышал. Заблудился сталкер. Идет и кричит: люди, ау, эй, кто-нибудь! Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то. Он оборачивается, а там здоровенная такая, ну, страхолюдная тварюга. И говорит ему печально: ты чего тут разорался, сталкер? Так я это, того, ну, заблудился я. Думаю, может, хоть кто услышит. Тварюга вздыхает: ну, я услышала. А смысл? Ничего тогда. А хорошо. Я. Короче, Хохман! Раскисать пока нельзя. Ох, нельзя. Идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нет.
Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает: «Уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти?» Тот отвечает: «Пошли, мне по дороге покажу». Ну, идут, идут, а молодой спрашивает: «Вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь». Мужик смеется: «Кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров». Мужик подумал-подумал, да и говорит: «Ладно, монстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Но нас-то, контролеров, чего бояться-то?» Ничего тогда. Да 100 лет ему в обед, и вот такая борода. Сейчас будет музыка. Правда, ничего. Свобода. Не разъехались в зоне наемники и бандюки. Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролер, что у перекрестка засел, доволен. Вот, мол, как удачно место я выбрал. Давно хотел на настоящие пацанские разборки поглядеть. Ничего тогда. Хорошо. У солдата вечность впереди. Ты ее со старостью не путай. Кукушка. Хреново тут с кукушками. Спросить не у кого. Черт, мы ведь какие уроды. Свобода всем даром. Какая-то свобода. Выпусти твари за периметр. Сами же замутили. В сторонку отойдите, не мешайте работать. Нет, ну свобода. Анекдот на тебя. Ну вот, значит. Набежала в зону дебилов на курицу. Учит контролер слепого пса заднее сальто делать. Запрела. Ничего не скажешь. А тут зомби мимо проходит. Ну, останавливается, смотрит так скептически и говорит: «Да нет, фигня это, не выйдет ничего. Кончай страдать». А этот циркач отвечает ему строго: «Я тебе дам, фигня. Скажем, ты вот, сталкер, тоже вначале не особенно послушный был». Чего тогда? Ну и в чем тут соль? Да мы все теперь в зоне. С головы до ног. Я без карты уже по ней где хочешь могу. Еще дряни всякой. А вот что я еще слышал. Идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нет. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает: «Уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти?» Тот отвечает: «Пошли, мне по дороге покажу». Ну, идут, идут, а молодой спрашивает: «Вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь». Мужик смеется: «Кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров». Мужик подумал-подумал, да и говорит: «Ладно,
Монстры, шмонстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Но нас-то, контролёров, чего бояться-то? А хорошо. Да, вот она, работа, других защищать. Узнать бы еще, кто за весь этот цирк ответить должен. Эх, без музыки и радости нет. We'll be staring at scumbag. Don't you worry. I'm going to get you sooner or later. Как там мои? Что там у них? Знать бы. Что? Вот послушай, человечество. Спать хочешь? Нельзя, нельзя. Люди надеются на тебя. Как же надеются? Фига они про нас не знают. Да и хрен с ней, со славой. Разобраться бы с этой землей. Мастер, ну? Ох, хорошо. We'll be staring at combat. Don't you worry. I'm going to get you sooner or later. А такое слышали? Приходит крутой к сталкеру и говорит: достань мне артефакт, золотая рыбка. У всех пацанов есть, только я как лох. Так это, он же радиоактивный. Да какая хрен разница? Радиоактивный, радиопассивный. Я ж ее не в трусы положу, а на цепочке носить буду. Да 100 лет ему в обед, и вот такая борода. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Права у нас такого нет. Не дай бог в мир такое выползет.
Короче, Хохман. Паркуются в лесочке на баре двое сталкеров. Первый крутой такой весь, аж из ушей лезет. На ландровере, ну или типа того. Второй замухрыштый на драной Ниве. Ну и начинает крутой прикалываться, глядя, как тот все никак дверцу помятую захлопнуть не может. Кричит ему: мужик, что ты со своей развалюхой морочишься? Кому она нужна? Ты б еще противоугонку поставил, комик. Я вон свою и то не закрываю. Кого тут бояться? Ну, второй молчит, а двери кое-как все-таки закрыл. Возвращается он, значит, из бара. А крутой молча стоит у своей машины, как окаменел, и только в салон смотрит. Сталкер подходит, тоже смотрит, а потом сочувственно так: да, приятель, не повезло. У меня вот тоже такое как-то случилось. Не закрыл дверей, так бюреры залезли и засрали все в усмерть. Ничего тогда. Слушай, завязывал бы ты хохмить. Ну, задолбало, честное слово. What are you staring at, scumbag? Завалиться бы сейчас под... Ну вот, значит. Минут так на 600. Не разъехались в зоне наемники и бандюки. Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролер, что у перекрестка засел, доволен. Вот, мол, как удачно место я выбрал. Давно хотел на настоящие пацанские разборки поглядеть. Ничего тогда. А хорошо. У солдата вечность впереди. Ты ее со старостью не путай. Кукушка. Хреново тут с кукушками. Спросить не у кого. Ух, пожрать бы сейчас основательно. А такое слышали? Учит контролер слепого пса заднее сальто делать. Взапрел аж. А тут зомби мимо проходит. Ну, останавливается, смотрит так скептически и говорит: да нет, фигня это, не выйдет ничего. Кончай страдать. А этот циркач отвечает ему строго: я тебе дам, фигня. Скажем, ты вот, сталкер, тоже вначале не особенно послушный был. Ну и в чем тут соль? Сейчас будет музыка. Самому, что ли, играть научиться? Завалиться бы сейчас подрыхнуть. Минут так на 600. Ну и ухайдукался я. Полный ноль. А раскисать пока нельзя. Ох, нельзя. Ну вот, значит, стоит сталкер у перекрестка в зоне и указатели читает. Направо — аномалии, к
Вперед — монстры, налево — кабаки и девки. Подумал сталкер, подумал и пошел вперед. Думает, выживу, надо будет у бывалых спросить, что за ужасы такие новые непонятные, кабаки и девки. Да 100 лет ему в обед, и вот такая борода. Никого уже. Никого. We'll be staring at Scumbag. Don't you worry. I'm going to get you sooner or later. Зона. Да мы все теперь в зоне. А такое, слышали? Головы до ног. Я без карты уже по ней. Заблудился сталкер. Идет и кричит. Люди, ау, эй, кто-нибудь! Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то. Он оборачивается, а там здоровенная такая, ну, страхолюдная тварюга. И говорит ему печально. Ты чего тут разорался, сталкер? Так я это, того, ну, заблудился я. Думаю, может, хоть кто услышит. Тварюга вздыхает. Ну, я услышала. А смысл? Ну и в чем тут соль? Нет, все равно. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Права у нас такого нет. Не дай бог в мир такое выползет. Ну вот, значит, идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нет. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает: уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти? Тот отвечает: пошли, мне по дороге покажу. Ну, идут, идут, а молодой спрашивает: вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется. Кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик подумал, подумал, да и говорит. Ладно, монстры, шмонстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Но нас-то, контролеров, чего бояться-то? Чего тогда? Слушай, завязывал бы ты хохмить, ну задолбало, честное слово. Елки-палки, опять забыл старый. Короче, Хохман! Как бы не пошуровал в них кто. Приходит крутой к сталкеру и говорит: достань мне артефакт, золотая рыбка. У всех пацанов есть, только я как лох. Так это, он же радиоактивный. Да какая хрен разница? Радиоактивный, радиопассивный. Я же ее не в трусы положу, а на цепочке носить буду. Ничего тогда, да? А хорошо. Завалиться бы сейчас. Сейчас я вам сыграю, а? Минут так на 600. Сейчас сыграть-то. Правда, ничего. We'll be staring at Scumbag. Don't you worry.
И как там мои? Что там у них? Знать бы. Ну вот, значит, учит контролер слепого пса заднее сальто делать. Взапрелась. А тут зомби мимо проходит. Ну, останавливается, смотрит так скептически и говорит: да нет, фигня это, не выйдет ничего. Кончай страдать. А этот циркач отвечает ему строго: я тебе дам, фигня. Скажем, ты вот, сталкер, тоже вначале не особенно послушный был. Ну и в чем тут соль? Короче, Хохман, не разъехались в зоне наемники и бандюки. Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролер, что у перекрестка засел, доволен. Вот, мол, как удачно место я выбрал. Давно хотел на настоящие пацанские разборки поглядеть. Слушай, завязывал бы ты, Хохмит, уже упало, честное слово. Ёлки-палки, опять забыл старые закладки проверить. Как бы не пошуровал никто. Нет, все равно. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Права у нас такого нет. Не дай бог в мир такое выползет. А группа моя... Никого уже. А такое слышали? Никого. Стоит сталкер у перекрестка в зоне и указатели читает. Направо — аномалии. Вперед — монстры. Налево — кабаки и девки. Подумал сталкер, подумал и пошел вперед. Думает: выживу, надо будет у бывалых спросить, что за ужасы такие новые непонятные — кабаки и девки. Да 100 лет ему в обед, и вот такая борода. Как-то мои что-то... Ну вот, значит. Знать бы. Паркуются в лесочке на баре двое сталкеров. Первый крутой такой весь, аж из ушей лезет. На ландровере, ну или типа того. Второй замухрыжистый, на драной Ниве. Ну и начинает крутой прикалываться, глядя, как тот все никак дверцу помятую захлопнуть не может. Кричит ему: мужик, что ты со своей развалюхой морочишься? Кому она нужна? Ты бы еще противоугонку поставил, комик. Я вон свою и то не закрываю. Кого тут бояться? Ну, второй молчит, а двери кое-как все-таки закрыл. Возвращается он, значит, из бара. А крутой молча стоит у своей машины, как окаменел. И только в салон смотрит. Сталкер подходит, тоже смотрит. А потом сочувственно так: да, приятель, не повезло. У меня вот тоже такое как-то случилось. Не закрыл дверей, так дюреры залезли и засрали все в усмерть. А хорошо. Зона. Это мы жители в зоне.
Вот что я еще слышал-то. Я без старта. Идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нет. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает: уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти? Тот отвечает: пошли, мне по дороге покажу. Ну, идут, а молодой спрашивает: вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется: кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик подумал, да и говорит: ладно, монстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Но нас-то, контролера, чего бояться-то? Ничего тогда. Завязывал бы ты хохмить, ну задолбал, честно слово. Послушайте. Играть научиться. Нет, все равно. Пока зону не сделали, не уйдем отсюда. Правда. Не дай бог мне такого выбора. Солдата вечность. Сейчас я вам сыграю. Сейчас ловушка. Хреново тут. Контролер слепого пса заднее сальто делать. Запрело. А тут зомби мимо проходит. Ну, останавливается, смотрит так скептически и говорит: да нет, фигня это, не выйдет ничего. Кончай страдать. А этот циркач отвечает ему строго: я тебе дам, фигня. Скажем, ты вот, сталкер, тоже вначале не особенно послушный был. А хорошо, а?
Хохман. Может, мы зону уже и вычистили бы. Стоишь сталкеру перекрестка в зоне и указатели читай. Направо — аномалии. Вперед — монстры. Налево — кабаки и детки. Подумал сталкер, подумал и пошел вперед. Думает, выживу, надо будет у бывалых спросить, что за ужасы такие новые непонятные, кабаки и девки. Слушай, завязывал бы ты как-то, ну задолбал, честно. Чего этим свободовцам надо? Вот послушайте. Чтобы зону не трогали. Да как такое можно не тронуть, оставлять? Это же не заповедник, тут смерть кругом. Что ли играть научиться? Ну, порадовал, порадовал. Самому, что ли, играть научиться? We'll be staring at Scumbag. Don't worry. Ох, если бы уроды всякие не мешались. А вот что я еще слышал. Может, уже и вычистили бы это самого донышка. Сталкер пришел к остоправу, жалуется. Доктор, совсем спать не могу. Как засну, сразу увидится, будто в саркофаге меня с кучей монстров заперли. Это вас, судя по всему, контролер предупреждает. Значит, как в следующий раз в поле пойдете... Не забудьте бутылку ему оставить, а не то... Благодарю, доктор. Обязательно, обязательно. Да не за что, говорит контролер. Вот за доктора, это да, это спасибо. Порадовал старика. А ничего тогда. Да 100 лет ему в обед, и вот такая борода. Свободовцам надо, чтобы зону не трогали. Да как такое можно нетронутым оставлять? Это же не заповедник, тут смерть кругом. Себе. Полный ног. А такое слышали? Раскисать пока нельзя. Ох, нельзя. Идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нет. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает. Уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти? Тот отвечает. Пошли, мне по дороге покажу. Ну, идут, идут, а молодой спрашивает. Вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется. Кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик подумал-подумал, да и говорит. Ладно, монстры, шмонстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Но нас-то, контролеров, чего бояться-то? А ничего тогда. А хорошо.
А зверье тут... Короче, Хохман. Не особо лучше. Стоит сталкер у перекрестка в зоне и указатели читает. Направо — аномалии. Вперед — монстры. Налево — кабаки и девки. Подумал сталкер, подумал и пошел вперед. Думает, выживу, надо будет у бывалых спросить, что за ужасы такие новые непонятные — кабаки и девки. Это что такое? Слушай, завязывал бы ты хохмить, ну задолбало, честное слово. Однако дерьмово все это явно складывается. Сколько уже тут паримся, а подмоги почти никакой. Эх, без музыки и радости нет. Играть научиться. И как там мои? Что там у них? Знать бы. Какие уроды. Вот послушайте. Свобода всем даром. Какая тут свобода? Выпусти твари за периметр. Сами шизануты. В сторонку отойдите, не мешайте основательно. Что я еще слышал? Сталкер пришел к костоправу, жалуется. Доктор, совсем спать не могу. Как засну, сразу увидится, будто в саркофаге меня с кучей монстров заперли. У, это вас, судя по всему, контролер предупреждает. Значит, как в следующий раз в поле пойдете, не забудьте бутылку ему оставить, а не то... Благодарю, доктор. Обязательно, обязательно. Да не за что, говорит контролер. Вот за доктора, это да, это спасибо. Порадовал старика. Ничего тогда. Ну и в чем тут соль?
Сейчас я вам сыграю, а? Чё б сыграть-то? Сейчас будет музыка. Порадовал. Самому, что ли, играть научиться? Ну вот, значит, заблудился сталкер, идет и кричит: «Люди, ау, эй, кто-нибудь!» Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то, он оборачивается, а там здоровенная такая, ну, страхолюдная тварюга, и говорит ему печально: «Ты чего тут разорался, сталкер?» «Так я это, того, ну, заблудился я. Думаю, может, хоть кто услышит», тварюга вздыхает. «Ну, я услышала, а смысл?» Еще тогда. Да 100 лет ему в обед, и вот такая борода. Сейчас подрыхнуть минут так на 600.
А вот что я еще слышал. Встречаются двое сталкеров. Слышь, а ты про Васю, ну того, который в детстве еще хотел летчиком стать, знаешь? А что с ним? Да он вчера в трамплин попал. Опа. Сбылась, можно сказать, у человека заветная мечта. Полетел. Ничего тогда. Слушай, завязывал бы ты хохмить. Ну, задолбал, честное слово. Анекдот, натурально. Набежало в зону дебилов накуренных. Хотя в боевых вопросах они неплохо понимают. Ничего не скажешь. И как там мои... Что там у них? Эх, без музыки и радости нет. Самому, что ли, играть научиться, а группа моя... Никого уже. Никого. Значит, приходит крутой к сталкеру и говорит: достань мне артефакт, золотая рыбка. У всех пацанов есть, только я как лох. Так это, он же радиоактивный. Да какая хрен разница? Радиоактивный, радиопассивный. Я же ее не в трусы положу, а на цепочке носить буду. Ну и в чем тут соль? А такое слышали? Идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нет. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает: уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти? Тот отвечает: пошли, мне по дороге покажу. Ну, идут, а молодой спрашивает: вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется. Кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик подумал и говорит: ладно, монстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Но нас-то, контролеров, чего бояться-то? Ничего тогда. А хорошо. Нет, все равно. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Правда, у нас такого нет. Не дай бог мир такой вот выползет. Сейчас будет музыка. Мастер, ну?
We'll be staring at Scumbag. Don't you worry. I'm going to get you sooner or later. А вот что я еще слышал. Сорвался как-то на базе у свободовцев кусок шифера с крыши. Зашибло кого-то. Как всегда, собралась куча народу. Все сочувствуют, ну да, это же легче, чем шифер нормально прибить. Вот, мол, не повезло мужику. Потом пригляделись. А то не мужик, а зомби. Прямо на территорию забрел. И что думаете, стали они за голову хвататься и посты усиливать? Ни хрена! Стали еще сильнее убиваться. Это ж надо ужас какой! Развелось, мол, тварей, плюнуть некуда. Так до сих пор и убиваются. Еще тогда. Да 100 лет ему в обед, и вот такая борода. А такое, слышали? Может, мы зону уже и вычистили бы до самого донышка. Не разъехались в зоне наемники и бандюки. Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролер, что у перекрестка засел, доволен. Вот, мол, как удачно место я выбрал. Давно хотел на настоящие пацанские разборки поглядеть. А хорошо. Да мы все теперь в зоне. С головы до ног. Я без карты уже по ней где хочешь могу. Мне надо было побольше галет запасти. Ну вот, значит. Ведь как знал. Учит контролер слепого пса заднее сальто делать. Взапрел аж. А тут зомби мимо проходит. Ну, останавливается, смотрит так скептически и говорит. Да нет, фигня это, не выйдет ничего. Кончай страдать. А этот циркач отвечает ему строго. Я тебе дам, фигня. Скажем, ты вот, сталкер, тоже вначале не особенно послушный был. Ничего тогда. Ну и в чем тут соль? Слышал. Человечество. Спать хочешь? Стоит сталкер у перекрестка в зоне и указатели читает. Направо – аномалии. Вперед – монстры. Налево – кабаки и девки. Подумал сталкер, подумал и пошел вперед. Думает, выживу, надо будет у бывалых спросить, что за ужасы такие новые непонятные – кабаки и девки. Ничего тогда. Да 100 лет ему в обед. И вот такая борода. Я не видел этот дурак. Убежал в зону дебилов. Хотя в боевых вопросах они неплохо понимают. Ничего не скажешь. Слышали? Как бы не пошуровал никто. Идет молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нету. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает. Уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти?
Тот отвечает: пошли, мне по дороге покажу. Ну, идут, идут, а молодой спрашивает: вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется: кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик подумал-подумал, да и говорит: ладно, монстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Но нас-то, контролеров, чего бояться-то? Ничего тогда. Слушай, завязывал бы ты хохмить, ну задолбало, честное слово. Анекдот, натурально. Набежала в зону дебилов на кухне. Хотя в боевых вопросах они неплохо. Эх, погода. Что ж ты такая переменчивая? А группа моя... Никого уже. Никого. Что? Сейчас я вам сыграю. Спать хочешь? Чем сыграть? Нельзя. Люди надеются на тебя. Как же надеются? Фига не про нас узнают. Ты хрен с ней. Со славой. Играть научиться, так и надо было побольше галет запасти. Ведь как знал. Если повезет. Эх, без музыки и радости нет. Поговорим. Душевно так поговорим. По-мужски. Правда, ничего. Майор! Самому, что ли, играть научиться? Сейчас я вам сыграю, а? Чем сыграть-то?
верну. Бы сейчас подрыхнуть минут так на 600. Ух, пожрать бы сейчас основательно. А теперь музыкальная пауза. Правда, ничего. Нет, ну это ты как-то не вовремя. И как там мои? Что там у них? Знать бы.